Здравствуйте. После длительной работы компьютера и после того, как мы установили программное обеспечение Windows или какое-нибудь другое, прошло много времени, и мы начали замечать, что компьютер стал хуже работать, или, так сказать, зависать и тормозить. Для этого необходимо делать обслуживание этого компьютера. Прежде всего, мы должны очистить лишние ярлыки и папки, которые находятся на рабочем столе компьютера. И, соответственно, удалить те программы, которыми мы не пользуемся. А также необходимо отключить из-за автозапуска и те программы, которые мы редко используем. На эту тему у меня есть видео, можно посмотреть его здесь. Если мы часто ставим программы и удаляем их, и видим, что компьютер начал тормозить, то необходимо проделать дефрагментацию жесткого диска. Но часто увлекаться этим тоже нельзя. Особенно это касается тех, у кого стоят на компьютере SSD-диски. Потому что после частой дефрагментации этого диска срок службы его сокращается. Будем внимательны к этому. Давайте мы сейчас рассмотрим, как это сделать. Заходим в пуск. Все программы. Стандартные, служебные. И здесь смотрим дефрагментация диска. Нажимаем на него. Из числа этих дисков выбираем основной. Конечно, лучше проделать и в дальнейшем и остальные все диски. Но мы сейчас сделаем дефрагментацию основного диска. Это C. Нажимаем на диск C, выделяем ее и нажимаем на кнопку дефрагментация диска. И процесс запущен. Теперь остается набрать терпение и ждать, когда завершится эта работа. Это можно проделать и через другие программы, что и сейчас я сделаю. Тут я пока закрываю. Если у кого нет программы, то дефрагментацию делаем вот таким способом, как здесь я показал. Но я пока это закрою и приступлю к дефрагментации жесткого диска через другую программу. Вот эта программа называется iSlash BootBit. Открываю ее. Сканирую. Сейчас она мне выдаст все ошибки здесь, в том числе и покажет, необходимо дефрагментировать файлы на жестком диске или нет. Видим, сколько она выдает ошибок здесь. Это я неделю усердно ставил программы, удалял, чтобы здесь набрался большой объем вот таких неполадок. И вот наблюдаем, в каком беспорядке находятся здесь у меня эти файлы. Нажимаем «Исправить». И идет исправление всех ошибок, которые выдала данная программа. Сейчас идет фрагментация файлов на жестком диске. Идет завершающий этап. Дефрагментация диска занимает очень много времени. Закрыть. И еще раз проверим сейчас. Сканируем еще раз. Проверим. Фрагментация файла на жестком диске прошла успешно. Как видим, все нормально зелено. Здесь 6 ошибок, еще раз исправить, и все на этом. Все, закрываем. После такой работы компьютер будет работать более исправно. Любые файлы, которые раньше плохо открывались, сейчас они будут намного быстрее открываться, чем раньше. Кто желает получать полезные и интересные видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.